Американские фондовые биржи завершили свой самый лучший месяц с октября без значительных колебаний цен. Еще с конца прошлого года котировки акций постоянно росли, частично из-за ожиданий, что экономика США сможет избежать влияния рецессии в Европе. Однако данные, опубликованные во вторник, опровергли эту теорию. В частности, на Среднем Западе показатели деловой активности и цены на жилье оказались ниже ожидаемых. Кроме этого, неожиданно снизился индекс доверия потребителей. Тем не менее, рынок отыграл большинство потерь, что можно рассматривать как признак устойчивости. Индекс S&P 500 снижался в течение 4 дней, однако общее падение составляет чуть более 1%. Во вторник котировки акций нефтегазового гиганта ExxonMobil упали на 2% в результате разочарования инвесторов объемом производства компании. Это привело к снижению большинства фондовых индексов. Промышленный индекс Dow Jones сократился на 0,16% до 12 633 пунктов. Standard & Poor's 500 снизился на 0,05% до 1312 пунктов. Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил 2814 пунктов.